Итак, что ж, всем привет, с вами я снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом не только», это у нас, как обычно, черной субботний подкаст по номерам 28, который будет. Так, что-то я немножко... Вот так вот. Вот, черной, в общем, субботний подкаст по номерам уже 28, как обычно, в начале следующего месяца. Октябре. Второго, в общем-то, уже осеннего месяца, месяца осени. И, как обычно, подводим итоги того, что прошло, в общем, на моем канале за этот месяц, за предыдущий, в общем-то, сентябрь. Начинаем, как обычно, с статистики. Ну, как бы, в общем-то, за этот месяц уже у нас YouTube немножко обновился, и теперь уже количество подписчиков на канале на основной странице уже не посмотришь. Если, в общем-то, точное количество подписчиков уже не посмотришь, и нужно постоянно заходить уже в творческую студию. Вот. Так, всего у нас подписчиков-то 5711 уже имеется на данном канале. Так, и... Так. А просмотров видео... Так, у нас 2000... Да нет, 2 миллиона 14 641 просмотра видео. Вот, ну, в общем-то, новостей, конечно, так-то новых мало, думаю. Есть только то, что вот немножко у меня расписание, думаю, изменится, выкладывание видео. И, думаю, еще тоже новость, та новость, что я за этот месяц уже полностью записал прохождение Fallout 3. Последнего там DLC, который я выкладывал, Broken Steel, полностью готово. И как раз думаю, на следующий день я его точно выложу. Постараюсь, в общем-то, так вот выложить каждый, в общем-то, день, из понедельника по пятницу по одному видео. Мне в итоге, наверное, как раз полностью прохождение будет выложено. Я его уже давно уже записал. Вот эти как раз все видео, мне все, что осталось от этого прохождения Fallout 3, и игра будет полностью выложена. Наконец-то мы с ней закончим. Спустя уже сколько там лет уже. Потому что прохождение давно уже было начато. Наконец-то мы его добили. Соксик всего видео точно не знает, точно. По-моему, где-то 5 или 4 видео осталось выложить. Точно я не помню уже. Но на следующей неделе точно их точно на следующей неделе я уже полностью прохождение выложу на канал. И может быть взяться уже за новое прохождение. Тут же Elder Scrolls 3 Morrowind, который, в общем-то, я хотел пройти после этой игры. Вот. Так, кстати, прохождение будет закончено. Так, также я начал новую игру проходить, как было заметно уже, два видео уже выложил, третье видео у меня уже готово, обработано, и на следующей неделе, думаю, его тоже выложу. Это игра, в общем, с DMR 1998, это игра, которая могла бы стать ремейком Resident Evil 2, вместо игры, разработанной Capcom, но... Из-за того, что Capcom начали свой ремейк делать по данной игре, в общем, Resident Evil 2. Те фанаты, которые делали изначально ремейк, вот эта игра, она в итоге стала как раз, этот ремейк, тем самым стал этой игрой, как раз DMR 1998. Но я также говорил об этом еще первой серии, которая была уже на этой неделе. На прошлой неделе, по-моему, точно на прошлой. Тем самым эту новую игру начал записывать, выкладывать. Жди, уже где-то мне там, по-моему, еще 5 серий записано. Я их тоже на следующей неделе, думаю, выложу тоже. Вот такое очень новое у меня прохождение. Да, будет выкладываться. Хотя, конечно, мне еще, думаю, я еще за какие-нибудь новые еще прохождения, думаю, начну. Которые, конечно, хотел потом начать, но, думаю, тоже. Для разнообразия канала, думаю, буду укладывать еще какие-нибудь прохождения, каких-нибудь других жанров, например, тот же вот слэшер, какие-нибудь слэшеры какие-нибудь начну записывать, тот же, например, Devil May Cry 5, я там один человек просил, чтобы я его начал записывать, вот, думаю, пораньше начну записывать прохождение игр про Гарри Поттера, по фильмам, по книгам, в том числе Джоан Роулинг, вот, первую часть начну выкладывать, записывать. Думаю, какие-нибудь файтинги запишу, может, например, тот же Mortal Kombat. Ну так, немножко канал разобразить. Хоть, конечно, много прохождений уже будет, но ладно, как бы. Все прохождения в любом случае закончу, и про старый, который там до этого начинал записывать, не забуду. Тот же, вот, не знаю, те же вот Dying Light, и в том числе The Elysian, и Mass Effect, и Трансформеры вторые, Месть падших, и...
и визуальные новеллы те же, 5-2 цикады, и Resident Evil Gun Survival 3 часть, тоже не забуду все это, и обзор, в общем-то, и все остальные игры, которые я это записывал, Dead Space Creation, все это, в общем-то, я постепенно выложу, так, немножко канал немного разобрать, чтобы проходить на нем игры разных жанров, в том числе, думаю, те же спортивные какие-то игры начну проходить, вот. И говорил, в общем-то, у меня там немножко расписание изменится, что я в основном там буду проходить игры, выкладывать прохождение игр только лишь с понедельника по пятницу, а вот выходные буду выкладывать лишь только визуально новеллы, например, тоже как плачу цикады, ну и рубрики там вот по инди-хоррорам, проверка на страх, по мультиплеерным играм, мультиплеерные батареи, ну и последняя рубрика ностальгии по играм на Сеге, на Денди, на сотовых телефонах там, в эмуляторе, который там начал, там Асфальт 3 тоже вспомнить, если можно. Вот. Ну так у меня будет немножко расписание изменится. Раньше просто я это визуально выкладывал, как, в общем-то, обычно другие прохождения с понедельника по пятницу. Теперь уже я буду выкладывать их только лишь в выходные. По два видео в неделю. И рубрики, в общем-то, выходные тоже выкладывать. Остальные прохождения будут выкладываться с понедельника по пятницу только лишь. Ну, немножко разображу канал, и буду записывать, в общем-то, прохождение по различным играм разных жанров. Чтобы было не так скучно, то это в основном время только лишь вкладываю, только лишь хоррор, в основном только лишь тот же Resident, не за серию, The Evil Within, там, что еще там, Fallout тоже что-то, чем-то хоррор тоже, а нет, конечно, нет, не хоррор, тот же, не знаю, Slender, The Revlot, что там еще из них, то Dying Light тоже, как бы, ну, в основном так бывает часто хоррор, слабо записывать, тот же Dead Space Extraction, тот же Daymare, так что... Больше у меня что-то таких более атмосферных, более таких жутких игр прохожу, так что надо немножко и другие какие-нибудь игры пройти для разнообразия. Как мне посоветовали уже там один подписчик. Вот так, в общем-то, и думаю, сделаю. Вот. Что еще так-то изменилось, думаю? Ну, так-то больше говорил, много новостей, так-то не так, потому что много новых новостей, в общем-то, что я хотел, думаю. Все, что из нового, я так думаю, сказал уже. Ну, в общем, как обычно, продолжим выкладывать прохождение. В общем, понедельник по пятницу у меня прохождение будет различных игр выкладывать. В субботу, в воскресенье буду выкладывать визуальные новеллы, видео и в том числе рубрики. И, в общем-то, я сказал уже, это проверка на страх, ностальгия и мультиплеерные батареи. Плюс к всему начну, в общем-то, из обычных прохождений, в общем-то, игр выкладывать буду, записывать прохождение, стараюсь побыстрее начать Devil May Cry 5, и новые игры это... Но на старые прохождения это никак не повлияет, также их буду, про них не забуду, также буду выкладывать их, в том числе это же вот, который давно уже не выкладывал Far Cry 1, тот же. Только еще новая новость, что я буду в скором времени интенсивно займусь записью прохождения по GTA 3, и там уже две серии я их уже выложил, и на следующей неделе, думаю, выложу их, постараюсь. Вот, а где у меня GTA 3, да, вот как раз две новых серии, шестая серия записана и седьмая серия. На следующей неделе я их точно выложу. Вот, немножко для разнообразия канала, вот. Ну, а в основном постараюсь выложить также на следующей серии Fallout 3 до конца, да и выложить оставшиеся серии. Вот, DMR буду выкладывать, мне там где-то примерно еще 5 серий есть. Тоже буду выкладывать и тоже, в общем, продолжать буду записывать. Это как, в общем, новинку прохожу, то есть, в общем, буду проходить старые игры и плюс к всему еще проходить, буду стараться проходить новинки в том числе. В будущем скоро, по-моему, выйдет Call of Duty Modern Warfare, также, по-моему, если не ошибаюсь, Red Dead Redemption, вторая часть выйдет на ПК. Если, конечно, получится, думаю, их тоже, когда они выйдут, в общем, в будущем их постараюсь пройти. Так вот. Тоже DMR постараюсь побыстрее закончить с ним, чтобы к выходу, в общем, новых новинок с ним закончить и выложить, записывать новые новинки. То есть буду стараться проходить старые игры в том числе, ну и проходить, не забывайте про новинки, которые будут выходить, если, конечно, у меня компьютер будет позволять их проходить, думаю. С моим компьютером, думаю, проблем это не будет никаких. Вот. Чтобы немножко привлекать на свой канал новых подписчиков поинтенсивнее. Да и вообще так разобразить то, что проходить, не забывать про новинки, которые выходят в этом году. Так, что еще? Ну, Resident Evil 3 бонусное видео постараюсь тоже выложить в ближайшее время. Написать это до конца, уже там немного осталось. Большая часть, думаю... того, что хотел записать, я там уже записал. Также, думаю, запишу бонус на видео по Gun Survival, в том числе не забуду. Там возьмемся уже за прохождение для следующих игр в данной серии. Resident Evil 2 и Resident Evil Umbrella Chronicles. Вот.
Так, по рубрикам, что я там хотел, там, ну, как-то по часикам у меня новые видео записаны. По рубрикам мультиплеерной батареи последнее видео по Battlefield 4 выложу. В выходных на этих или на следующих. Записал, в общем-то, по курсу о Blackwater. Также новое видео по проверке, в общем, по рубрике проверка на страх. По другому инди-хоррору. Слендер я уже тоже уже полностью выложил. Полностью его, в общем-то, записал. Данную игру прошел полностью. С ним мы точно покончили. Так, что еще там? Ну, по ностальгии также в рубрике. Постараюсь новое видео, значит, на эти выходных записать. Ну, в общем, все как обычно. Так, что новое из новых новостей, что я хотел, думаю, уже сказал. Какие новые игры, думаю, запишу. Буду записывать это, в общем-то. Devil May Cry 5, Гарри Поттер игры начну записывать, и в том числе, в общем-то, какой-нибудь файтинг начну, например, тот же Mortal Kombat 9, для разнообразия моего канала. Какую-нибудь спортивную игру, которую мне до этого предлагали один подписчик. Вот так вот. Ну, GTA 3 более будет интенсивно записывать, Fallout 3 до конца выложу, оставшиеся серии. DMR тоже будет интенсивно записывать, выкладывать, как новинку. Вот. В будущем теперь браться за новинки, которые будут выходить в дальнейшем. В общем-то, тоже будут записывать в день, начинать записывать их, в общем-то, их и выкладывать в день выхода. Если, конечно, компьютер позволит. Надеюсь, думаю, снова там сможет запускать новые игры. Хотя бы на, не знаю, на средних настольных графике. Вот так вот. Но, думаю, так-то все. Конечно, возможно, постараюсь еще записать эту новую какую-нибудь игру-то, которую мне там еще порекомендовали пройти там. Как там называется там? Ну, новая точная игра, просто новое прохождение начать. Блин, уже забыл название. Хотел там. Так. Ладно, думаю, в следующий раз помню, в следующем подкасте скажу. Ну или увидите, в общем-то, думаю, это на канале. Так-то, в общем-то, все на этом. Подкаст там заканчивается, сколько мне это время получилось уже. Нормально. В общем, увидимся в новых видео прохождениях на моем канале. Хардкорные прохождения с Михаилом и только. В общем, также не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Там уже у меня уже 263 участника в моей группе. Один участник прибавился новый. Вот, не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Я буду выкладывать также свои видео по новому, в общем-то, прохождению в том числе. Вот. Также буду там оставлять на каждую неделю, в общем-то, расписание, какие видео будут выкладываться на каждую неделю. На новую неделю, на этих выходных как раз на новую неделю ставлю расписание. И, в общем-то, увидите, какие видео будут выкладываться конкретно на следующей неделе, на каждую неделю в том числе. Ниже также буду голосование устраивать по... Ну и в том числе в канале также буду голосование устраивать. Если там каким-нибудь будущим... В общем, какие прохождения в будущем буду выкладываться. Ну, в общем, так, чтобы в том числе можете задавать вопросы в том числе. И предлагать новые игры для прохождения в этой группе ВКонтакте, в отдельных, в общем-то, темах обсуждений. В общем, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в мою группу ВКонтакте. Это пока что все. Увидимся в новых видео прохождениях, ну, в общем-то, на моем канале Хардкорное прохождение с Михаилом не только. Если видео понравится, в общем, подкаст понравится, то поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, также конструктивную критику, без мата, оскорбления, предложения по новым играм также можете оставлять, в общем, под этим видео. А это пока что все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.